Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается того, что автор, женщина, не может расстаться с мужчиной, который откровенно ее не устраивает, да? Она боится, вот она боится, что одна, она говорит, что когда она одна, ее ничего не радует. Ее счастье, по сути, прямая цитата, мое счастье всегда зависело от присутствия мужчин, ну, как бы, в жизни. Вот. И, собственно, это очень, с одной стороны, важно, а с другой стороны, хорошо, что вы, ну, что вы сами это замечаете. То есть хорошо, что вы сами это знаете, что у вас вот, ну, как бы, есть такая особенность, да, вот это очень, на мой взгляд, здорово. Собственно, истоки, причины этого, на мой взгляд, заключается в том, что вы себя как-то очень сильно обесцениваете, да, вы, вот, то, что вам ничего не хочется самой по себе, то, что вас ничего, получается, не радует само по себе, это история про то, что вы себя обесцениваете, вы как бы говорите, что без мужчины я ничего не знаю, без мужчины я ничего не стою. И вот это, на мой взгляд, то, на что нужно обратить внимание. То есть там, в этом месте, очевидно, есть какая-то довольно сильная, довольно серьезная, скорее всего, боль. Вот, может быть, травма, некоторая, ну, какая-то травма, да, присутствует. Вот. И, собственно, с этим вам в первую очередь необходимо работать с специалистом, вот. То есть вот вы говорите, да, что вам нужна, вот, ну, грубо говоря, да, вам нужна помощь, помощь психолога, вы говорите. То есть вы понимаете, что вам нужен, ну, психолог, да, вот. А вы это понимаете, и то, что вы это понимаете, это здорово, вот, то, что вы это понимаете, это отлично, вот, но это только первый шаг. Это только первый шаг к тому, чтобы работать над собой, вот. А ваша задача заключается в том, чтобы это исследовать, вот, чтобы это исследовать, чтобы это изучать, ну, изучить свое состояние, вот, изучить свои реакции, вот, изучить и поисследовать свои переживания, которые у вас вот есть. Вот. И, собственно, тогда уже вы сможете, на мой взгляд, получить какие-то ответы. Вот. Ну, на вопрос. А у вас же пока что получается следующая ситуация. Вы вроде бы говорите, что да, помощь психолога мне нужна. Вот, сама я не справляюсь, но при этом, вы спрашиваете, а вот что мне делать? Вот. То есть, предполагаю, что мы вам возьмем и, ну, скажем, что делать. Ну, хочу вас успокоить, наверное, вот. Хочу вас успокоить и сказать, что
бросать человека прямо сейчас. Не надо. Вот. Если вы об этом. То есть не надо прямо сейчас расставаться с ним. Вот. Ну, сначала. Сначала. Имеет смысл к себе разобраться, сначала имеет смысл себя понять, сначала имеет смысл как-то вот, ну, поисследовать вот то, что вы чувствуете, то, что вы хотите, вот. А потом еще дальше, я думаю, будет видно, вот. То есть, ну, захотите, да, там, уйдете от него, захотите, там, ну, завершите отношения, вот. Не захотите, не будете завершать отношения, может быть, достаточно будет вот просто как-то, подкорректировать свое поведение. То есть вот эта история про какие-то радикальные шаги, да, вот, на мой взгляд, не является чем-то хорошим, да, не является чем-то, корректным, чем-то конструктивным для вас. Вот. Поэтому никто вас не заставляет уходить прямо сейчас. Да, конечно, является проблемой то, что, по сути, вы не можете оставаться наедине с собой, да, то, что, по сути, вам очень сложно быть наедине с собой, и то, что, ну, отсутствие в вашей жизни мужчины вы воспринимаете как какую-то такую вот обесценивающую, если можно так выразиться, тенденцию. Вот. Это, конечно, действительно проблема, но к этой проблеме нужно подходить деликатно. Вот, вот как-то так. Еще я бы порекомендовал, значит, ну, вот, немножко поисследовать созависимость, да, или любовную зависимость, чтобы вы могли как-то увидеть вот тут некоторые нюансы, которые вам также помогут лучше адаптироваться в той ситуации, в которой вы оказались. Вот, и несколько, несколько корректных, более корректных выводов сделать. Вот, нежели чем то, что вы делаете, ну, нежели чем то, те выводы, которые вы делаете сейчас. Вот. Это такой тоже очень, ну, довольно важный сейчас момент здесь, в этом аспекте. Следующее, что касается мужчины, да, вот, перед которым вы чувствуете вину, вот. Я думаю, что здесь речь идет не про именно него. То есть я думаю, что здесь речь идет не о том, что вы чувствуете вот свою вину перед ним,
за то, что вы поступили поздно. Вот. А лично я думаю, что здесь речь больше про то, как мне кажется, что вы сожалеете о том, что, вероятно, потеряла. Вот. То есть вы жалеете о том, что потеряли, вы жалеете о том, что, ну, что не сложилось у вас, вот. И вот, что называется, раскаиваетесь, ну, как бы в контексте больше себя, наверное. Вот. То есть это больше история именно про то, что вы сами потеряли. Вот. История больше про то, что вы сами, чего вы сами лишили. Вот. Я думаю, что это вот больше похоже на правду, вот, нежели чем насчет все остальное. Также я думаю, что есть у вас какое-то количество злости, вот, и на того мужчину, вот, который вам звонит, и на этого мужчину, вот, от чего у вас тоже возникает такая вот, ну, получается, ну, типа, тревога, да? Мне, по крайней мере, это так, опять же, видится. И наша задача, вот, сделать так, чтобы свои чувства вы получили возможность прожить, чтобы вы сами вот как-то столкнулись с тем, что вы чувствуете, чтобы сами столкнулись с тем, что вы ощущаете, чтобы сами столкнулись с тем, что с вами происходит, не чтобы вот кто-то вам говорил, да, чтобы вот вы сами в этом смысле начали двигаться. Вот. Как мне кажется, по крайней мере. Еще очень важный момент, на мой взгляд, заключается в том, чтобы вы постарались определить, какой конкретно помощи вы хотите. Вот. Вот, буквально, какой конкретно помощь вы хотите, какую конкретно помощь вы хотите получить, вот. Какую конкретно помощь, в чем конкретно помощь вы хотите получить, это очень важно, на мой взгляд, по крайней мере, вот. Почему это важно, потому что это позволит вам
на мой взгляд, лучше скооперироваться с психологом, вот, а как можно меньше конфронтировать с ним, потому что, ну, конфронтация это то, что, к сожалению, вполне возможно, вот, и это отняло бы какие-то ресурсы, да, это отняло бы ваши силы, вот, энергию и так далее. Вот. Ну вот, знаете, не хотелось бы на эти вещи тратить время. Поэтому вы формируете для себя то, что вы хотите. Вот, вы формируете для себя то, что вам важно. Вот. И я думаю, что в этом направлении, вы работаете вместе с психологом. Нам нужно сказать обязательно очень важную вещь, касающуюся того, что ожидания могут разрушить работу. То есть, если вы, вот, ну, например, не будете там, к примеру, видеть результат, да, допустим, вот, а вы не будете замечать результат, вот, если вы не будете его замечать, вот, вы там разочаруетесь, да, и, ну, перестанете заниматься психотерапией. Вот, это ошибка, вот, потому что, во-первых, результат идет понакопительный, да, то есть, ну, постепенно результат накапливается, это, во-первых, во-вторых, у каждого человека есть свой потенциал, вот, у каждого человека есть свой ресурс для изменений, вот, и, конечно, наша задача заключается в том, чтобы вы смогли раскрыть свой потенциал, свой собственный, для ваших изменений. Вот, это, естественно, та работа, которая тоже должна быть проведена, вот. Как-то так, на этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Вот, я надеюсь, что это дало вам, так скажем, пищу для размышлений. Вот. Буду вам благодарен за обратную связь. Вот. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой, позволит вам сформулировать базовые, значит, базовые постулаты для психотерапии, то, что вы хотите в себе изменить, то, что вы хотите в себе поменять. Вот, если вы хотите что-то в себе изменить, если вы хотите в себе что-то поменять. Мы будем рады вам помочь, ну вот, обращайтесь, всего самого доброго.